туфли и ботинки, верхняя одежда, платья, шапки. Ассортимент большой. Эти вещи можно получить даром. В Анапе уже 4 года действует акция «Вторые руки», куда можно принести ненужные вещи. Они непременно пригодятся людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Поток людей постоянный, с утра и до вечера. Никогда не бывает пункт свободным. У нас есть книга отзывов, она уже полностью вся записана, люди очень довольны. Потому как, сами понимаете, здесь и для, можно получить всю одежду и для младенцев, от младенцев до людей уже пожилого возраста. Вещи принимаются только чистые и в хорошем состоянии. Жители района каждый месяц приносят в центр 600-800 килограммов различных вещей. Активно участвуют в акции предприниматели. Матери-одиночки, многодетные семьи, пенсионеры, малообеспеченные, вынужденные переселенцы могут обратиться в центр и бесплатно получить самое необходимое. Для жителей отдаленных населенных пунктов работают мобильные бригады Центра соцзащиты. Мы выезжаем к ним, оказываем различные виды услуг, как дополнительные платные, так и бесплатные в рамках гарантированной перечень государственных социальных услуг. Можно не только выбрать себе обновку или теплую обувь к зиме, но и получить юридическую консультацию, талон на льготный проезд в пригородном транспорте, сделать стрижку всего за 44 рубля и 10 копеек. Мы оказываем дополнительные платные услуги. То есть, когда у нас поступают эти заявочки заранее, мы косим траву, можем исправить забор. Вот сейчас начинается осень, будем пахать землю. У нас есть в учреждении культиватор. Стоимость дополнительных услуг символическая. Помимо акций, центром ведется непрерывная адресная работа. Любим теплоту, чистоту, чтобы покушать хорошо и за нами ухаживать. Дай Бог им здоровья. Если бы не они, я не знаю, что бы мы делали. Многим жителям Анапского района уже знаком этот голубой шарф. Он символ того, что помощь рядом.